Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития мира и безопасности. Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией, прошло в Доме дружбы. Подробнее в следующем материале выпуска. По инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, в мексиканском городе Мерида была подписана Конвенция против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате хищения. Важную роль в этом играют конкретные меры, способные уменьшить, а также выявить и наказать лица, замешанных в коррупции. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией, поэтому заранее мы проводили разные конкурсы в этой сфере, то есть конкурс рисунков среди детей, среди журналистов, среди студентов. И теперь сегодня в честь этого праздника мы хотели наградить победителей. Основное направление – это превентивные меры. Поэтому, как вы знаете, в самом основном стратегическом документе страны по вопросам противодействия коррупции четко сказано, что все члены общества должны принимать активное участие. Вот поэтому мы сейчас максимально стараемся, чтобы и дети, и студенты, и госслужащие все принимали участие. Организаторы мероприятия отметили лучших в конкурсе рисунков среди детей на тему «Что такое коррупция?». Для них были подготовлены почетные грамоты и ценные призы. Награждены были и работники средств массовой информации в номинациях «Лучшая передача», «Лучшее журналистское расследование» и «Лучший новостной сюжет». Александр Крикешев победил в номинации «Лучший материал на интернет-ресурсе». Его видео набрало большее количество просмотров. Получили сегодня дипломы за работу, за то, что мы сотрудничали с антикоррупционным комитетом, делали сюжеты по рейдам совместно с ГАИ, с нашим, с сотрудниками вот антикоррупционного комитета. Сегодня нам вручили вот такие вот дипломы замечательные и поздравительные сертификаты. На подарочный сертификат я приобрету новый чайник и буду заваривать чай. Без внимания не остались и студенты. Свои работы они представили в видеороликах, разместив их в социальных сетях. В день борьбы с коррупцией во многих странах мира проходят встречи, конференции, семинары, мероприятия, на которых поднимается вопрос по предупреждению этого негативного явления. Анисия Билова, Арман Бектубаев, Данил Заславский, 5-й канал.